Партнер програми «Бардачок» – Харківська муніципальна страхова компанія. Ми повертаємо витрачені гроші. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов «Бардачок». И на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. Сегодня хочу начать событие, которое, к сожалению, не имеет к нашему Харькову никакого отношения. Уникальный авторетро-музей открылся в Днепропетровске. И мне посчастливилось там побывать. В поездку меня пригласили члены харьковского клуба «Ретроград». Так как музей, на открытие которого мы ехали, посвящен не только машинам, но и прочей технике советского периода, то и подарки пришлось подыскивать соответствующие. Главный из них – электрограммофон «Юность», до сих пор исправно воспроизводящий пластинки. Сами виниловые диски в комплекте. И ко всему этому – подставка. В роли последней выступала радиола соответствующего размера. Все это было торжественно внесено в помещение музея и продемонстрировано гостеприимным хозяевам. Мчался по дороге к королевскому замку. Сам музей построен под крышей бывшего цеха термопласт-автоматов. Еще год назад его разграбленный остов пугал окрестных жителей. А теперь здесь открылся ретро-музей. По словам владельца этого необычного собрания экспонатов Михаила Прудникова, решение создать музей он принял после посещения аналогичного Запорожского музея «Фаэтон». А само увлечение ретро-техникой началось вот с этой победы. Это было 17 лет назад. Хотел я искать победу для того, чтобы кардинально ее изменить, поменять в ней двигатель, мосты и так далее. Но просмотрел 20 побед, и попалась 21-я, которая висела в гараже с родным пробегом 37 тысяч. Ну вот этот хром никто не трогал, он так и сохранился на желтой победе. То есть она только перекрашена. То есть такую машину, ну, рука не поднялась портить. И после этого я совершенно в другой лыжне, только за оригинальный автомобиль. Для контраста рядышком с ухоженной красавицей стоит победа в, так сказать, оригинальном состоянии. Я, наоборот, ее хочу еще ухудшить. То есть я и поменял в свое время пластик и создал салон. Сейчас я, наоборот, поставлю старый пластик, еще вот такой весь. И сиденье тоже найду вывернутое наизнанку, то есть чтобы она вообще была страшной. Центральная часть экспозиции «Машины времени» – это городская улица 60-70-х годов. Брусчатка, разметка, фонари и, конечно же, автомобили. Причем львиная доля техники из коллекции самого Михаила Прудникова. Настоящей жемчужиной этого собрания является скромная с виду BMW второй половины 40-х годов. Причем машину эту немцы разработали еще в 37-м и даже успели до войны наладить производство. Но массовый ее выпуск начался только в послевоенной Германии. Навстречу американцам по той же улице движутся машины с другой стороны океана. Советские москвичи. И не просто москвичи, а модель 410. Чуть ли не первый в мире седан с полным приводом. Audi со своим Quattro нервно курит в сторонке. Выпускался он с 57 по 61 годы. И в общий объем производства составил чуть более 7 тысяч штук. Есть в коллекции Михаила Прудникова еще один достаточно редкий теперь москвич. Модель 434. Цельнометаллический фургон. А вот рядом с ним по-настоящему уникальный аппарат. ВАЗ-2801. Это советский электромобиль на базе двойки. Серийно практически не выпускался, только опытная партия. В 47 штук. И все. А вот чего было вдоволь на советских дорогах, так это запорожцев. Но сколько из них дожило до нашего времени в таком состоянии? Рядом с запорожцем экспонат интересный своей историей. Под стеклом старый мотоцикл ИЖ-49, вроде как ничего особенного, но вот история его появления в музее. При устройстве фундамента строители обнаружили провал, начали его раскапывать, обнаружили старые кирпичи. На глубине около 3 метров металлоискатель поисковиков, которых пригласили на раскопки, обнаружил вот это чудо. Как оказалось, до того, как построили цех комбайнового завода, здесь были частные дома. И теперь содержимое одного из погребов выставлено на всеобщее обозрение. Остальная часть мотоциклетной коллекции хранится на 2-м этаже. Рядышком мотороллеры Тулица, его собрат из Чехословакии. Советский мопед Рига 5 соседствует со спортивным мотоциклом Ява, предназначенным для спидвея. И здесь же среди мототехники совершенная экзотика для наших широт – снегоход Буран. Где-то за полярным кругом таких до сих пор полно, а вот у нас в степях Украины это нечто. На 2-м этаже также соседствуют с мотоциклами и так называемые мотоколяски. Машинки с моторчиком от мотоцикла и ручным управлением, которые в СССР выдавались инвалидам бесплатно. Открытую версию все знают по фильму «Операция И». А вот та, что рядом, это более поздняя модель. Ну и тут же непременный атрибут советской эпохи – трибуна с характерным комплектом, микрофон и графин.
Вообще, концепция музея машины времени предусматривает наличие не только автомобилей, но и тех вещей, которые окружали советского человека в середине 20 века. Особенно много таких в небольшом уютном ресторанчике, который находится здесь же в помещении выставки. На рассматривание всего этого стоит потратить время. Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе. Человеку много ли надо, у него на сердце радость, он смеется снегопаду, солнце в небе и видна. Ті машини пов'язані з тим часом, його не відняти від того. І тому, скажімо, раз має бути приблизно такого типу. Все в стилі ретро, все 60-ті, 70-ті роки. Тут вам і Ленін, тут вам і все. Один из уголков музея имитирует интерьер станции техобслуживания «Волга», на подъемнике плакаты, на стенах запчасти. Эх, запчастями явная стилизация. Но не было такого при Союзе, чтобы дефицитные детали лежали прямо на полках. А дефицитом тогда было все, что связано с автомобилями. Да и не только с автомобилями. Но вернемся к ним, к автомобилям. Экспозиция, посвященная продукции Горьковского автозавода, по праву занимает самую большую часть. Военная и гражданская техника из Нижнего Новгорода у коллекционеров пользуется неизменным интересом. Особая гордость музея – автобус КАВС, построенный на базе ГАЗ-51. Рядом полноприводные грузовики ГАЗ-63 в военном и гражданском вариантах. А это ГАЗ-66 в десантной версии со складным верхом кабины. Такая конструкция появилась потому, что стандартная шишига не проходила в рампу самолета. Пришлось газовским инженерам помутрить. Легковые машины Горьковского автозавода представлены самыми красивыми, на мой взгляд, моделями. ГАЗ-21, Волга и ГАЗ-13, Чайка. Как бы ни сверкала Волга полированными бортами и хромом оленя на капоте, рядом с Чайкой она выглядит, согласитесь, скромно. Черный советский лимузин гораздо представительнее по размерам, по дизайну. Отличия в интерьере не менее впечатляющие. Но и отсутствие педали сцепления и кулисы переключения передач вгоняло в ступор простого советского автомобилиста. Более поздняя эпоха в этом газовском уголке музея представлена 24-й «Волгой», но не обычной, а раллийной. Вообще, тема автоспорта занимает особое место в экспозиции музея «Машины времени». И виноват в этом Прудников-младший, сын основателя музея. Его серьезное увлечение автоспортом стало причиной появления здесь кольцевых формул сразу 4 поколений. Причем все эти машины реально участвовали в гонках и, судя по кубкам, побеждали неоднократно. Авторалли тоже входит в перечень увлечений семьи Прудниковых, поэтому раллийные болиды с каркасом безопасности, сиденьями, ковшами и люстрами фар занимают значительную часть площади музея. И, судя по всему, это только начало. Коллекция как автомобилей, так и других вещей советской эпохи будет постоянно прирастать экспонатами. Поверьте, оно, все, что помещалось в моем офисе в двух комнатах, то есть оно сюда уже переехало, здесь 1000 квадрат. Оно растворилось, потерялось, но кое-что вы видите, может быть, даже чем-то восторгаетесь, но этого мало. Теперь весь процесс впереди, обрастание, как говорится, салом или жиром, или экспонатами, но оно произойдет. В общем, позитивных впечатлений от посещения Днепропетровского музея «Машины времени» осталась масса. Жаль, что в Харькове так и не нашелся энтузиаст, который смог бы собрать под одной крышей интересные автомобили разных времен. Ну что ж, значит, будем ездить к соседям в Днепропетровск, благо недалеко. И поверьте, оно того стоит. 15 ноября состоялся заключительный этап чемпионата Украины по хард-эндуро. Внедорожная дисциплина автоспорта ориентирована на квадроциклы. Одновременно с квадроциклами состязались и полноприводные автомобили. Для них была организована клубная гонка «Шарукань». Под Змьем харьковчане из команды Off-Road Group проводят уже не первую гонку. В этих местах летом уже состязалась внедорожная техника в рамках чемпионата страны. Теперь заключительный этап для квадроциклов. Трасса для них самая длинная в чемпионате. Задача пилотов — накрутить как можно больше кругов по ней за ограниченное время, час 15. Вначале на старт вышли обычные квадроциклы, так называемые АТВ. А затем по тем же буеракам ездили багги, по сути те же квадроциклы, только с экипажем из двух человек, сидящих рядом. Так как трасса длинная, то зрители могли видеть лишь ее небольшой отрезок. А вот внедорожники были полностью доступны обзору. Клубная гонка «Шарукань» проводится также по замкнутой трассе. За те же час и 15 минут спортсмены должны пройти ее максимальное количество раз.
Столь короткий временной промежуток объясняется просто – коротким световым днем. Ведь помимо категории рейд нужно было еще столько же времени на заезд категории хард. Чтобы ложиться в светлое время дня, организаторы максимально сократили время пребывания на трассе для спортсменов и, пожалуй, поступили правильно. Из-за жесткого временного лимита спортсмены вынуждены были максимально использовать возможности машин, что доставило огромное удовольствие зрителям. Трасса для рейда проходила по территории заброшенного карьера и сочетала в себе как скоростные прямые, так и сильно пересеченные участки. По сути, это чистый джип-спринт, как по формату, так и по сложности преград. А вот автомобили, которые вышли на старт категории рейд, весьма необычны для такого рода состязаний. Очень редко на одной трассе можно увидеть раллийные болиды, которые принимали участие в этапах чемпионата по ралли-рейдам, и внедорожники, подготовленные к трофи. У этих машин разное назначение, разная, так сказать, философия. Как показали результаты заездов, безоговорочным преимуществом пользовались раллийные авто. Сказалось их конструктивное превосходство в скорости. Благодаря прямым участкам и, в общем-то, несложным препятствиям, на первое место в борьбе за победу выходила именно скорость. Трофейные авто, а также обычные серийные машины явно уступали лидерам. Единственными сложностями, с которыми сталкивались на рейдовой трассе экипажи, были песчаные ловушки. Особенно коварны они были на склонах холмов. Вот тут и застревали некоторые гонщики. Случалось это, к счастью, редко. Была на дистанции напряженная борьба, но боролись между собой по большей части раллисты. Остальные, завидев зеркале настигающих внедорожник, предусмотрительно съезжали в сторону, дабы не помешать претендентам на победу. После финиша рейда стартовала категория «Хард». Машин не было поменьше, зато трасса существенно сложнее. Главное отличие – грязь. В изрядном количестве, да еще и во рву. С такими преградами могут бороться только специально подготовленные автомобили. И тут уже напрягаться экипажам пришлось изрядно. Ход шли и лебед, и буксир. Да вот что ж так такое? Жми тормоза этой выдерни. Эх, почти вылез. Давайте по одному как-нибудь. Браво! Не обошлось без приключений. Экипаж УАЗа, не рассчитав немного, аккуратно завалил машину на бок. Пришлось немного побыть в роли танкистов, эвакуирующихся через башню. Благодаря защитной экипировке, ремни, каски, никто не пострадал. Машину поставили на колеса, пусть и не с первой попытки, гонка продолжилась. Что интересно, этот УАЗик с перепачканным бортом весьма бодро наматывал круги после переворота и в итоге оказался на втором месте. Первая досталась запорожцам. Это специально построенный монстрик летал по трассе под громкую музыку из бумбокса на крыше. На одном из грязевых рвов у машины отказал задний мост. Но даже на переднем приводе, используя мощь мотора и скорость, экипаж уверенно штурмовал все преграды. Ну а завершился гоночный день заездом по хардовой трассе квадроциклов. В сгущающихся сумерках экипажи принимали грязевые ванны на радость зрителям. После финиша все экипажи получили по заслугам, кто кубок, кто сочувствующее похлопывание по плечу. Но никто не ушел обделенный. Некоторые из них мы вскоре увидим на традиционном джип-триале, который устраивает харьковский Нива-клуб. Ну и в заключение о реакции чиновников на сюжеты в программе «Бардачок». Честно признаться, был приятно удивлен. Недавно в одном из выпусков «Бардачка» я рассказывал об участке улицы Якира, на котором по непонятным причинам отсутствовали пешеходные переходы. Вернее, переходы-то были, не было знаков. Не прошло и 2 недель, как знаки появились. И именно там, где они должны быть. За это, конечно, спасибо. Вот только как теперь заставить пешеходов ходить через дорогу по этим самым переходам? Судя по их поведению, сделать это будет ой как непросто. Самый действенный метод – ограждение вдоль дороги, ну а наиболее реальный – прилетят инопланетяне и убьют всех нарушителей.
Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, ни гвоздя вам, ни жезла.